коммунальным платежам добавится еще одна квитанция. С 1 января следующего года оператором по вывозу бытовых отходов будет предприятие «Полигон Магаданский». Компанию перевозчика определят в скором времени. Расчет будет производиться по системе подушевого сбора. Это значит, что количество мусора и, соответственно, плата за его вывоз и утилизацию будут рассчитывать на человека. Логистика такая. Мы несем мешок с мусором на контейнерную площадку. За эту контейнерную площадку отвечает управляющая компания, чтобы все было сложено, чтобы она фактически была. И далее... Цепочка пошла транспортировки на полигон. Вот эта услуга, которая оказывается транспортной организацией и утилизация на полигоне, это будет посчитано в отдельной квитанции. На новую систему обращения с бытовыми отходами в начале января перейдут все регионы РФ в соответствии с действующим законодательством.